В Уральске состоялся городской конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп». Это масштабное мероприятие посвятили Международному дню танца. За звание самых лучших соревновались порядка 200 танцоров из 30 танцевальных коллективов области. Организатором конкурса выступила студия спортивного и бального танца «Грация». Все подробности в сюжете. Танцевальный конкурс-фестиваль «Танцевальный калейдоскоп» с каждым годом становится все масштабнее и интереснее. Растет уровень подготовки участников, а сценические костюмы с каждым разом удивляют членов жюри больше и больше. Зал в Казахском драматическом театре и в первый, и во второй день был забит до отказа. Ежегодно проводим эти фестивали. Вот недавно мы проводили фестиваль «Нурлыжол», посвященный Дню независимости Республики Казахстан. А также каждый год проводим «Танцевальный калейдоскоп». В этот раз. Каждый танцевальный коллектив выходил на сцену в удивительно красочных костюмах. Участники продемонстрировали не только свои хореографические навыки и артистизм, но и волю к победе. Одним из танцевальных коллективов, кто принял участие в фестивале, это «Артденс». Первое их выступление на сцене и сразу успех. Дети ритмично в такт музыки двигались по сцене, а в зрительном зале не утихали бурные аплодисменты. И так продолжалось до их самого последнего танцевального номера. Сегодня прошел конкурс под руководством студии «Грация», в котором мы приняли участие, чему очень рады. Студия «Артденс» выставилась в 5 номинациях с 9 номерами. Больше всего номеров представила студия «Артденс». В студии выступало 140 человек. Первые места во всех номинациях практически взяла студия «Артденс». Сегодня мы танцевали ирландский танец и выиграли первое место. Будем и дальше стараться играть и побеждать. По окончанию конкурса фестиваля все участники получили дипломы и медали, а руководители, чьи танцевальные коллективы заняли почетные первые места – кубки. Олег Великий, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.